новые объекты выполнены в едином стиле, соответствующем бренду города-курорта. Синий цвет олицетворяет море, а желтые и золотые – анапские пески. Пилоны сделаны из качественных материалов. Они не только ярче и современнее своих предшественников, но и гораздо прочнее. Пилон отличается современными материалами, прочные, практичные, состоящие из композита, современных светодиодов, которые не так быстро выгорают. Стойки к вандализму. Информационные пилоны будут видны и в темное время суток, благодаря яркой иллюминации. Сейчас их на Пионерском проспекте уже 6. Всего же планируют установить порядка сотни таких конструкций. Кроме того, не исключено, что в будущем в таком же стиле оформят информационные пилоны в самом городе.